Порошенка, пан Порошенка. Ми сумуємо за ним трошечки. Ну, він раніше якось частіше з'являвся на телебаченні, розповідав нам про перемоги. Тому що от, насправді зараз якось... Може, ви просто на телебачення смотрите? Прямо іноді смотрите п'ятий, там регулярно. Ну, я, да, не вистачає часу. От. І пану екс-президенту не вистачало часу до того, щоб прийти на допит в ДБР. Але от адвокат сьогодні сказав, що 24-го вже буде час у пана президента відвідувати ДБР. Це якось пов'язано з тим... Це пов'язано з тим, що зараз начебто депутатську недоторканність зняли? Тобто вже немає таких можливостей чимось дуже таким важливим зайнятися десь на Мальдівах чи десь в іншому краю? С одной стороны, да, потому что действительно депутаты утратили иммунитет в этой части, да, в части, скажем так, уголовной ответственности, привлечения к ней. Но, в принципе, по большому счету, для Порошенко ничего не изменилось, потому что, как раньше, имея депутатскую неприкосновенность и имея хорошего друга генерального прокурора Рябошапку, который... Стоп. Мы все чули, что это 100% людина пана Зеленского. Я думаю, что президент немножко ошибся, честно говоря. Потому что это не его человек. Явно не его. Потому что, идя на выборы с одними тезисами предвыборными, а на самом деле мы наблюдаем другую картину. Подозрения в отношении Порошенко не подписываются генеральным прокурором. Они там теряются в недрах офиса уже генеральной прокуратуры. Да? Может, там слабенькая аргументация? Не думаю, что настолько слабенько, чтобы столько криминальных дел, чтобы... Вы же понимаете, что просто так дело даже не регистрируют, да? Его не вносят в ЕРДР. Поэтому если усматриваются какие-то действительно обоснованные, да, подозрения, что есть, почему нет? Расследуйте, пусть потом суд примет решение. Ну, может, суд оправдает, кто же знает. Не обязательно суд должен его посадить в тюрьму, а может, его оправдают. Но для этого надо подозрения, нужно, чтобы шли активнее следственные действия. Генеральный прокурор ничего не подписывает, он не вносит представления в парламент на снятие неприкосновенности, как это было раньше, да, то есть у него для этого было полгода до января месяца, когда уже закон поменялся. Это сейчас уже не нужно, а тогда почему нет? Но сейчас тоже ничего не изменится, потому что генеральный прокурор на своем месте. И каждая, скажем так, действие все равно согласовывается с генеральным прокурором в отношении народного депутата. Только через прокурора. Конечно, генеральный прокурор всегда согласовывает все действия. То есть, да, Державное бюро расследований является следственным органом, но над ним осуществляет процессуальное руководство генеральная прокуратура. Поэтому без генеральной прокуратуры все равно ничего не сдвинется. Поэтому Порошенко, в принципе, все неплохо и дальше, пока Рябошапка на своей должности. А вдруг что-то такое трапится, что Рябошапка схватится за шапку и крикнет: «Я ж людина Зеленского». И как подпишет, ну, это, в принципе, балачка просто, билетристика. Ну, я думаю, что рано или поздно к этому придет, что придется такие что-то делать. Да, можно тянуть время долго. Ну, по сути, это и происходит. Тянут время. Но рано или поздно придется либо говорить открыто, что... Прошлый режим Порошенко был хороший, он ничего не нарушал. В принципе, все нам нравится. А мы это вырежем, да. Все нам нравится. Вы что-то... Только это и вышему, что да, Порошенко что-то... хороший, да. Да, обязательно, потом это будет цитата, да. Я сказала, Порошенко хороший. Спасибо. Да. То есть есть варианты развития событий. Либо признавать, что все было хорошо, никто ничего не воровал, никаких госизмен не было. Никакой коррупции не было 5 лет. В принципе, Гончарук это и признал, потому что аудита никакого не было. Он же пришел, когда его назначили премьером, он сказал, что я проведу аудит. Никакого аудита нет по сей день, поэтому они... Может, он неправильно немецкую марку авто... Аудит. Да, вымовлял. Аудит ТТ. Аудит. Да, может быть. Наверное. Ну, может быть. Может, он не разбирается, что он на самокате передвигается, он не разбирается в автомобилях. Да. Возможно, в этом причина. Как хорошо, что мы такие разумные и нашли аргументацию его поведенки. Да, мы его, видите как, оправдали. Поэтому есть варианты развития событий. Либо же говорить о том, что да, Порошенко действительно подлежит уголовной ответственности, надо разбираться в суде, изучать все.
Ну, посмотрим, какой путь они выберут. Потому что пока курс идет такой, продолжатели курса Порошенко. Тобто все, що ми, в принципі, побачимо, це його зустріч з ДБР, але те, що просунеться, ми, в принципі, можемо тільки... Ну, що таке допрос? От ти прийшов на допрос, ти можеш сказати, стаття 63 Конституції, я ніяких показань давати не буду. Ну і все, і ушов. Дорогі друзі, запам'ятовуйте. 63 стаття, нічого не буде. Звісно, ти маєш право не свідчити проти себе. Тобто, якщо тобі ставлять конкретні питання, а були ли ви, а робили ли ви, говоришь, ну нет, не знаю, статья 63 Конституции. То есть допрос длится в таком случае 15-20 минут максимум. И то из них дольше заполняют твои анкетные данные. Вот и все. То есть это вот такой допрос будет. Он придет, скажет, статья 63 Конституции. На интервью не потянет, да. Не потянет. Но я удивляюсь, почему он раньше не ходил. Потому что точно так же можно было прийти раньше на допрос и прикрыться статьей 63 Конституции. И показать, что ты не избегаешь, да, ты ходишь, вот законопослушный такой гражданин, ты ходишь на все вот процессуальные действия, тебя вызвали, ты явился. Но вот эти 24, по-моему, неявки на допрос, это тоже плохо для его дальнейшей, скажем так, уголовной биографии, потому что при избрании меры пресечения суд будет обязательно смотреть, как ты ходил на допрос, уклонялся, не уклонялся. Если ты уклонялся от следствия, ну тогда мера пресечения может быть пожестче, да? И, то есть это основание для избрания более жесткой... Да, да, это одно из оснований для избрания более жесткой меры пресечения.